Пожалуйста, приложите ключ авторизации. Выполняется очистка. Очистка завершена.
Ошибка. В доступе отказано. Отключите внешнее управление. Выполняется очистка. Очистка завершена.
стоять! Смотри, что это с ним? Похоже, тело не хочет принимать искусственный интеллект. Но ничего, сейчас мы закончим твои страдания. Постой, а Брайан с тобой? Что? Модуль памяти Брайана, он же у тебя. Мы ведь можем пересадить его туда. Погоди, ну конечно, этот мерзавец должен вернуть долг. Так, профессор, сиди смирно. Брайан, ты как? Слышишь меня? Боже, как кружится голова. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Ты должен уничтожить НМ, пока он находится в этой сети. Значит, ты НМ. Ты говорящая программа? Это я, сэр. Рад твоему визиту. С чего бы это? Мне требуется твоя помощь. Я не смог достичь своей цели. Переселиться в живое тело и выйти в реальный мир. Но у меня все еще есть задачи, которые нужно выполнить. И ты поможешь мне. Еще чего? Поищи дураков. Я заблокировал чип самоуничтожения в твоем теле. Ты можешь мне полностью доверять. Доверять? Серьезно? Да, ведь именно я разработал метод сохранения и передачи сознания, благодаря которой ты сейчас жив. Я знаю, где хранится твоя память, и я могу помочь вернуть ее. Мы можем сотрудничать, Сэнд.